Всем салют, ассаламу алейкум, как всегда с вами Бекзотан Назаров. Вот я дома отдыхаю, вот как-то скучно стало и я хотел с вами пообщаться про дистрибуцию CD Baby и One RPM. Я вообще-то вам, артистам шоу-биза Узбекистана, Ташкента и весь мир, я не советую работать с CD Baby. Я потому что расскажу, будет смеяться очень. Год назад я залил, короче, один альбом. Это мой альбом, который недавно вышел с One RPM. Ну, год назад я заливал это с помощью CD Baby. И они, как бы, уже 3 месяца прошло после премьеры, хорошо, там прослушивание в YouTube, 5-6 миллионов просмотров. И как бы все удалили без причин, и там пишут мне, короче, в почте. Короче, опасения, мы хотим с вами, короче, контракт. Там тудим-судим, delete, все, короче. И они без причин все удалили, и отчет пришел, вот там залетел, пуф, и потом я уже должен был иметь денег, и там уже ноль, и меня заблокировали. Потом я не советую всем начинающим артистам и звездам, музыкантам, даже продюсерам, я не советую работать с CD Baby. Лучше работайте с One RPM. Они самые крутые пацаны из Америки. Ну, CD Baby тоже американские, но они, блин, только онлайн у них, даже, я думаю, офиса тоже нету, и они, блин, мошенники. Я, ну, мне тоже, ну, да, жалко, что мои альбомы там тупо без причин удалили. Там нормальные лавэбы были бы. Ну, скоро еще будет. Вот недавно выпустили «Сколько стоит твоя любовь», «Поровер», «Малибу». Скоро вот, короче, эпи альбом «Another Rap World». Это самый крутой мой альбом будет, дай бог, иншалла. Всем советую ждать. Это 30 августа будет. 3 песни, эпи. Короче, поэтому я всех моих родных узбеков и рэперов, артистов, весь мир, короче, кто меня слушает, мои песни и это видос, я не советую вообще связываться с CD Baby. Пожалуйста. До скорого. Гэнг!